вспомнили о рок-музыке в начале беседы. И вот недавно совсем я читала о том, что две архивные аудиозаписи впервые в мире преобразовали в ДНК, представляете? Причем это вещи, это Deep Purple, Smoke on the Water, и, по-моему, Туту Дэвидса, кажется, это музыкант, если не ошибаюсь. И вот ученые уверены в том, что за ДНК, что ДНК — это форма, лучшая форма цифровых хранилищ, то есть это хранилище будущего. И когда я читаю такие новости, у меня только возникает один вопрос, а что же с литературой, если уже музыка превращается постепенно в форму ДНК? Что будет с литературой? О. Можем ли мы преобразовывать литературу, литературные аудиозаписи в ДНК? И что же будет с бумажными книгами? В конце концов, читают ли ваши студенты еще бумажные книги? А вы? Спасибо.